Блин, почти не нагрелось, блин. 30 секунд прошли, мало для этого. Сейчас еще на 30 поставлю. О, тепленький. Он почти чаек можно уже пить. Ребят, ну правда, читать вот эту, блин, энциклопедию целую, блин, реально не хочу. Поэтому сейчас методом тыка я просто пощелкаю там на всякие там функции и, ну, расскажу, что я сам вижу. Ну, начну с простых вообще функций. Во-первых, старт, 30-секундный старт. Потом вот кнопка внизу, раз. Вот, пошло. Ну, тут, соответственно, кнопка стоп. Кстати, если ее еще раз нажать, вот часики выключатся. Ну, не понял. О! Примечательно, что если нажать две кнопки и подождать... Ой! Отключается звук. Это колесико это просто ставит время там, ну там вес, больше ничего не делает, никаких кнопок нет. Вот здесь вот написано меню всякие тут для автоприготовления. Прикольно, что есть русская кухня, но, блин, очень обидно, что нет украинской кухни. Я бы сейчас бы приготовил бы окрошку бы с этим, с голубцами. Хотя, может, это можно здесь, но хрен знает. Вот, начну с... Так. Вот, гриль. Кнопка гриль, и вот она устанавливает время. Ну, в принципе, все. Так, если вообще это вот нажал один раз полная мощность. Нажал несколько раз, мощность меняется. И в случае гриль, ну, на гриле мощность фиксированная, так что ничего не поменяешь. А вот, если вообще можно, если с грилью, ну, можно поменьше поставить. Так, а что, меньше 300 нельзя, что ли? Понятно, что я хочу рыбу с грилью разморозить. А здесь можно 180, если просто вот, если вообще, даже 100 можно. Это очень хорошо. Так, вот автоприготовление. Ну, видите, вот здесь вот всякие меню есть. Вот если взять вот, здоровое питание, вот первое, да? Вот тут первое, но тут всего 12 пунктов. То есть нажал один раз, и вот пошли пункты. Например, если я хочу приготовить... Приготовленные на гриле томаты, мне надо нажать эту кнопку, извините меня, 12 раз. Вот, все. Теперь этот вес, я так понимаю, да? А, тут 400, все, больше ничего. Так. Ну, здоровое питание 2 то же самое. Если я захотел форель приготовить форель, я нажимаю 6. Дальше 200 грамм, ну, блин. Надо, конечно, инструкции почитать, но хрен знает. А если 400 грамм хочу? Хрен с ним. Вот с русской кухней все интересно. Эх. Жаль, украинской нет. Ну ладно. Вот нажал один раз и два. Вот что за фигня? Только две цифры. Но оказывается, тут первый, как бы, русская кухня один. Тут всего 20 пунктов. То есть кнопка один это один из 20 пунктов я выбираю. Например, если я захотел фруктовый компот, то мне нужно нажать 20, потому что она под цифрой 20. Фруктовый компот здесь под цифрой 20. То есть я нажимаю, если я нажму один, у меня только 10 пунктов. Если нажму два раза, у меня тоже только 10. Но вот последнее, я так понимаю, что это тут фруктовый компот. Так, вот я что-то запускаю, все что ли? 15 минут и никаких весов.